Привет. Я Сережа Добрый. Я на фестивале Жизнеград. Здесь мы стоим своим небольшим лагерем. У нас есть баня. Вот такая баня. Баня находится на берегу реки. Вот такая река. Теплая, чистая вода. Очень шикарно провели время. Сами напарились, людей напарили. Огромная поляна. Куча шатров. Проходит постоянно много интересных практик. Я по утрам в 7 утра каждый день встаю и провожу парную йогу. В 6 встаю. Я столько йогой не занимался. Ни разу. Обычно раз в неделю. Ну, за редким исключением. Вот, поэтому приезжайте на Жизнеград, и ваш уровень йоги вырастет в 7 раз, как минимум. Здесь очень много интересных практик. Я никуда не ходил, потому что у меня баня. Со мной еще есть Настя. Сегодня она провела кундалини-йогу. Это ее любимая йога. Расскажи, Настя, про йогу. Меня зовут Настя. Анастасия Кимаева. Сегодня я провела кундалини-йогу первый раз за фестиваль, как раз на закрытие фестиваля. Люблю йогу, люблю парную йогу. Сережа Добрым. Вот. Фестиваль волшебный, на природе. В отличие от своего любимого, я ходила на практике, была на йоге голоса, была... Где еще была? На танцах, была на йоге. Где еще была? Она проспала весь фестиваль, нигде она не была. Нет, была. Спала весь день напролет. Тут можно спать хорошо, выспаться на свежем воздухе. Прям закрыться в палатке, сеточку натянуть от комаров и спать. Потом выходить. Я вот вчера весь день провел около стола с едой. Я не мог от него отойти просто. Очень все тут вкусно, и арбузы. А еще столовая тут очень вкусная. Там ребята готовят. А где девочки-то? Кафе шикарно. Я что-то не могу понять. Я им сказала, что женщины я уезжаю, ходят, все время кого-то ищут. Вообще тут очень хорошо. Я вот сидел вчера весь день у стола, и люди ходят туда-сюда, туда-сюда. Прям шикарно, волшебно. Приезжайте на Жизнеград, тут здорово. А у нас сегодня такое, как сказать, люди после занятия прям подбегали, спрашивали, где, как, мы еще хотим. Да, и поэтому моя кундалини-йога еще будет завтра. Даже меня вштырило сегодня на кундалини-йоге. Я рада, очень рада. Спасибо. Что... Мы здесь. Мур.